Добро пожаловать в будущее, братишка. Пока кто-то блокирует Телеграм и освещает ракеты, другие юзают биткоины и смотрят порно в виртуальной реальности. Есть и третий тип людей, которые понимают, что мир стремительно прогрессирует, блокчейн, VR и электронная коммерция меняют его прямо сейчас. Команда сайта Start.com знает, как все это работает и отслеживает лучшие проекты будущего. Получает 1.5% в день до 55% в месяц. Открывайте позицию. Сидит на сутки, неделю, 2 или 28 дней и получай свой доход за счет технологии, инвестируя хоть 100 рублей, хоть миллион. Переходи по ссылке в описании на сайт Start.com и прикоснись к технологиям будущего вместе с нами. Нервничаю очень, просто переживаю. Привет, привет. Вот так вот сразу. Пуф, по 6 человек. Бля. Привет. Я, конечно, тут трансляцию запустил и только сейчас узнал, что у Никими наш альбом-то вышел. Поэтому не будет тут 1000 человек. Все пошли слушать Никими наш. Я бы сам пошел слушать, но я запустил трансляцию. Вот, да, привет. Что? Не, эти. Бля, можно как-то отключить запросы на участие? Привет, гений. Ох, привет, да. Я надеюсь, ты это мне. Как тебе? Вот сразу. Я думал еще, короче, через сколько секунд вопрос про клип БМ будет. Вот. Я думаю, что мы поговорим об этом чуть попозже, когда, ну, чуть больше людей будет, потому что, мне кажется, я сейчас на этот вопрос отвечу и, короче, буду отвечать на него каждые 5 минут. Дела нормально, хорошо, здрасте, голуби злые, блядь, ты бы видел голубей. Будешь смотреть, да, у меня сегодня праздник, у меня открытие сезона АПЛ, я вообще кайфую, ну, кайфую, когда начнется сейчас. Я думал, короче, что матч в 5, и такой, типа, блин, сидел, ждал, оказалось, перепутал с Уфа Динамо. Чуть-чуть, да. Как тебе трек Оксимирона? Хорош. Когда третий сезон? РБЛ? Я не знаю, что. Чё как клип БМ? Эх. Оксимирон, перелогинься. Какая Ники, только Андер. Блин, ну знаешь, я даже когда вот раньше, там лет 5 назад, вот прям слушал. Ну, сейчас, короче, я больше вот слушаю какого-то форматного музла, потому что, ну, все равно с годами как-то начинаешь понимать, где чё, что. Вот твёрдость, да, какая-то, что я вот, блядь, не слушаю там, где автотюн, или я не слушаю там, где не трушечка, не рэпчик. Ну, это тоже тупо, типа, если, ну, песня должна тебя там трогать или, не знаю, технически как-то привлекать. Блин, у меня так свет тупо падает. Я вот двигаюсь, и тут прям, тут блик, тут вот, как Оксимирон Джонни Бой говорил. Сказки про пони. Вот, и, блядь, пиздец. Так вот, блядь, что-то я, опять поговоришь минуту, и все, можно отмак, блин. Ну, вы там, короче, сорян, конечно, за такое, но что поделать. Будешь записывать трек, как учит Окси. Блин, ну, он меня не учил пока записывать треки. Привет, Юнайтед. Ну, я не в этом матче ни за кого болеть не буду, потому что, в принципе, не люблю Манчестер. Ну, как не люблю? Просто болею за другую команду. Поэтому. Каковы общие впечатления от Сайфера позже? А сегодня, кстати, что ждешь от Челси? Конечно, чемпионство жду от Челси. А Огил или Сектор? Ну, скорее, чуть-чуть я бы в пользу Сектора дал. Кто больше на Сайфере? Да что, ментор вообще как батя ритмики там вот этой всей вот своей. Реал или Барса? Реал, как прошел третий этап, хорошо. Так вот, это ладно, хуй с этими, блядь, версусами и прочее. А, ну хотя, тут же все равно про Оксимирона сейчас будет. Так вот, доволен ли выступлением? Ну, нормально. Короче, сейчас все в России слушают один лонг микс. Вот. А я решил, что нам нужно будет с вами послушать. Вот, сразу вопрос. Здорово, слушал так, наверное. Нам нужно будет сразу. Блять, точнее, нам сейчас нужно будет послушать с вами. Просто, ну, как бы, кто-то вспомнит, кто-то узнает. Короче, крутые лонг миксы с Запада. Ну, там не только с Запада. Вот, не могу сказать, что тут прям все лонгмиксы, ну, короче, похуй, надо ж музычку на фоне, вы там только скажите, если она будет,
типа слишком громко. Эфир, да, сохраню, если у меня не это, ничего. Ну, короче, у меня как-то кикнулось нахуй. Я такой, сохранить, оно нихуя. Говорит, ага, ебать, сохранить. Так, хочешь финал с Бови? Нет. Как тебе Бульвар Депо? Ну, слушал, вроде прикольно, но я не могу это слушать, потому что я ничего не понимаю. Трахнешь Бови второй раз, там про третий ты только про второй раз. Когда стрим? Ну, скоро, скоро, да. Уже точно, короче, подписку купил, все есть, просто пока не могу. Текаши, прикольно, мне нравится. Ты купил мерч с Ватима? Мне не нужно покупать мерч, если ты понимаешь, о чем я. Так, на что потратишь деньги, а продашь мерчей с Лигл? Ты думаешь, что там написано, что типа все идет команде, не учитывая издержки. Ты думаешь, что я, блядь, сам сидел там, шил ткань, вон свои эти шторы, блядь, использовал, что мне больше всех дадут. Читаешь книги? Вот месяца два не читаю, но так до этого, да, читал. Когда Next Battle? Очень скоро. Кто следующий соперник? Не скажу. Беги или Тупак? Да не знаю, наравне как-то я их обоих раньше слушал, сейчас, в принципе, никого не слушаю. Так, без спойлеров, впечатления, ну, нормально, нормально. Были крутые прям батлы и выступления. PM заебал, как тебе Окси и компания, новый клип. Я сказал об этом чуть позже. Поговорим. Хорус или Луприкаль? Наверное, все-таки Луприкаль. Так, блядь, я включаю музыку, вы говорите, если она будет слишком громкой. А, сейчас кто-то узнал сразу? Ну, блядь, ну вы, короче, там мотаю просто, извините. Партокси, да, хорошо. Почему не было на сайфере у Мирона? Ну, я говорю, что вам, пацаны, это, пусть будете сами там. Так вот, нормально слышно, во-первых, и не мешает ли это слушать меня, потому что, блядь, музыка это хуйня, музыка это, я это трамплин, блядь, к этому, познанию, блядь, вселенной. Слушайте меня, и все будет хорошо. А музыка должна быть на фоне, но все-таки должна быть. Нормально, все. Заебись. Тихо, да ёпта. Как легко ты меня убедил, типа, или убедила, типа, ну тихо, я побежал. Нормально, вот, мне, короче, слышно. Take 9, да. Вот. Так, сейчас еще будет, короче, очень сложно, ну, типа, страшное для некоторых людей действие. Ну, короче, мне кажется, что сейчас многие просто могут умереть. Вы аккуратнее там, пожалуйста. Не умираем никто. Сейчас, секунду. Пам, блядь. Пока слушаем этого. Блядь, не слышно, серьезно? Блядь. Ну, сейчас будет слышно, слушай, да. Бля, ладно. Все для вас. Слушай, когда батл с Гнойным, да когда он батл, блядь, это ж Гнойный, вы чё? Так, как тебе тут такая? А, да, вот это, я сам такой думаю, ты чё делаешь? 5 секунд. Топор нормальный чувак. Не знаю, я его судейство не видел еще, но, не знаю, так по общению, по крайней мере, по приветствию. Короче, поздоровались с ним два раза, типа, нормально поздоровались. Знаешь, были у меня здорования и похуже. Так. Вот сейчас не паникуем. Все. Адекватные люди понимают, что если кому-то хочется поблагодарить, тот благодарит. Кому не хочется, тот не благодарит, но и не паникует. Так, где купить ваши товары с мерчем? Бля, ну там же, короче, было, типа, ссылка. Бля, Адонай, оживи, заебёшь. Так, слово СПБРИ. Да я хуй знает, я не слежу. Типа, ну я увидел, что они группу закрыли. Не, мне что-то кажется, что вот меня сейчас, ну, хуёвенько слышно. О, Рябина, здоров. А, Кепа в Челси одобряю. Ну, посмотрим, типа, если он за года полтора-два не станет топовым вратарем, то будет хуёво, нужно будет нового искать. Ну, так. Бля, мне в гривнах
Вон, привет из Украины, можешь этому человеку тоже дример. Начал стримить и хочет сорвать. Так это ж про меня изначально было. Тирепс был в судьях, да. Охуел от вылета АО, да. Батл рэп это постмодерн. Ебать, сложно вот это уже. Так, ивент на версочек, который был присутствовать, он надел не всегда, то стоит смотреть. Все смотри. Я был везде, на всех ивентах последних. Ни один ивент версуса больше без меня не проходит. Прихожу, блядь, контролируемо. Как тебе Смолов? Ну посмотрим. Как тебе Керамбит? Последние вот два батла крутые. Два, один из них, который еще не вышел. Жаль, у меня кредита, то бы отблагодарила. Блин, ну кредиты это вот лучше ты это. Давай, линяй туда. Так, бля, Евгений Владимирович, ему пришла зарплата. Спасибо. Надеюсь, что когда-нибудь ты будешь получать чуть больше. С Хайдом часто общаешься до ивента, когда... Ой, нет, вообще. Ну, то есть, в Твиттере или ВКонтакте очень редко. В Инсте даже вот мы последний раз до этого общались. А виделись в 15-м или 16-м году. Привет, Курску. Треки у тебя скоро ждать. Кстати, это до сих пор первая часть. Вы же понимаете, что там все части будут сейчас. Нас много фаст-флоу ждет. Вот это, блядь, батлы на битах. Вот мне кажется, вот там, если текст, блядь, посмотреть, там больше оскорблений вообще какого-то батл-рэпа будет. Сделайте шуму в чате всем, кто донатит тему, пацана. Да, да, делаем. Кого хотел бы в Напы в Челси? Да хуй знает. Ну, типа, Икарди вроде как может, да, там стать супер, блядь, супер нападающим. А так хуй его знает. Так, и... А. Так, Королёву, Королёву привет. АО покажет? Я думаю, обязательно покажет. Но АО уже себя показал. То есть, типа, это не просто батлер, который, типа, пришел и все на карте. Блин, я каждый раз, когда вот эту хуйню делаю, походу, да, отключается. Но благодарим, благодарим за все, что было на карте. Вот. Тоже желаю тебе обогатиться, чтобы тебя на карте было больше. Вы и Бибовик по браге даже не спрашивали. Ну, постараемся, что делать. Вот ты дал время Мирону с Яном Барта отремонтировать. Тогда, да, вы что, не видели этот видос? Это же было про это, то, что они ремонт в баре сделали. С кем живешь, с девушкой? Зачисление 50 рублей, пока только это, не пришло от кого. Карта Сбер, да, Сбер. Что думаешь о батле Хайда против Чейни? Ну, это, наверное, самый великий батл вообще, типа, блять, в русском рэпе. Вот Мирон Гнойный, ну... Ну как, нет, самый великий это да, Мирон Гнойный и Мирон Джонни Бой, а это именно самый крутой из батловой точки зрения. Да вообще пиздец был, ну то есть я охуел, я стоял там живую и такой думал, ебать всех нахуй, блять, вот вообще просто я, все, я заканчиваю. А, я бы задонатил, но без гифок, интересно, скоро все будет, ну не в инсте, конечно, да. Так, новый альбом я не слушаю этого молодого человека. У него не было ни одного... А, о, бля, ну... Какая разница, сильный, не сильный соперник. Если, знаешь, когда ты делаешь... Я чуть-чуть все-таки, блядь, убавлю. Если ты делаешь круто, охуенно круто, против не самого сильного, не самого интересного соперника, то это ж, блядь, ну тоже пизда. Ну, чем это хуже, чем... да. Новый трек PLC, он еще будет у нас сегодня, да. С кем бы сделал комплиментарку? Да ни с кем, не знаю. С Тирепсом, но он не хочет. Я тебе задонатил. Бля, что не это? Нахуй кнопка завершить. Спасибо тебе, если ты задонатил. Блядь, эта хуйня не приходит вот здесь. Я не знаю, мне какой-нибудь другой, если был бы гаджет, чтобы я мог смотреть. А так какой-то пиздец, очень сложно. Но спасибо большое. Вот. Если была бы возможность в Бире, я бы тебе там ответил. Тот самый сильный батлер из противоположной команды, ну, Пилигрим, конечно. Ну, нет, не конечно, типа, все, ну, на самом деле, реально, вот, без подъебов, там, каких-то, блин, ну, Браги, Вови, сильные ребятки, Майлз потенциально, да. Привет с Одесса, Одесса. Так, вот, Иван Викторович, 50 рублей. Сообщение не вижу, потому что, опять, блядь, вырубится все нахуй. Спасибо большое. Как относишься к моему соседу дяде Гришу? Ну такой, ну, мировой мужик, с ним когда это вот пили, вот, ну, когда я отпиздил его. Нормально было. Что думаешь по поводу того, что Динас твои панчи пиздил? Он, короче, потом мне говорит, типа, извини, я не знал, типа. Вот, а потом, типа, мы эти моменты проконтролировали, проконтролили, как бы.
Династ, если еще раз у Династа будет панчлайн, который был у меня, то мы отнимаем у него футболку «Злые голуби». Вот. А если еще раз, то и чехол отнимаем. И будет ходить чисто наклейки на себя «Злые голуби» вот так понаклеит. И это все, что у него будет. Почему Тирепс не батлит? Не знаю, а вон он же интервьюху выпустил на палаче, почитай. Что за трек на фоне Midwest Choppers? Так, вот и да, полтинничек. Блять, вот тут не показывают, не просто зачислили 50, но охуенно. Скажи мне, что за человек, там что хотел сказать? Заебет. Че по притче? Так ничего, блин. Знаешь, вот сбрил, потом что отросло, то и слава богу. Почему тебя так мало смотрит, что ты загон? Не знаю, мне нормально. Я не знаю, типа, как бы я, ну, как больше сообщений читать. Я тут-то вот так пролистываю, нахуй. Ну, люди пишут, стараются, а я в итоге без ответа их оставляю. Ну, я тоже, знаешь, для меня один эфир, потом неделю крокодиловыми слезами хуяришь. Кого больше всего в финале хочешь видеть напротив? Гнойного, вот я бы с гнойным в финале против Блада побатил. Нравится, на самом деле, не знаю. Нравится то, что делает Огил? Ну, это типа интересно, как минимум. Скоро батл Адонай Фрейзер, кто победит по турниру. Ну, не знаю, никак ничья. А ты крутой, болеем все, где тебя встретить можно в Ростове. А, спасибо, во-первых. Ну, так практика показывает, что в Ростове меня проще всего, видимо, людям встречать на набережной. Я люблю набережную, я, ну, не часто, но бываю на набережной. И вот знаешь, если ты идешь и стоит фигура темная, ну, крупная такая, и задумчиво смотрит на луну, то это я, можешь подходить. Ну, просто я в ночное время суток там бываю в основном. Вот. А так, я не знаю, я живу возле одного торгового центра, не самого крупного, на окраине. Вот. Но меня вообще там ни разу, по-моему, не узнавали. То есть я там бываю, не знаю, раз в две недели, но... Вот. Короче, так. Хули там, где нас не знал, моментов 5. Ну, ладно тебе 5, 2 момента. Так, запустить свой мерч. Запусти. Альбом Трипи Реда будешь слушать? Не знаю, может быть, может быть. Где можно встретить тебя в СПБ? В метро. Вот в СПБ меня в метро. Вот прям вот, блядь. Я причем в метро бываю за... Я еду в СПБ, когда... Я там обычно 2-3 дня. И в метро бываю один раз. Блядь, вот, вот там просто везде. Ну, не знаю. Фу, иди нахуй, пушинка. Так, зачисление еще 2 рублей. Я надеюсь, что это первый человек, который прислал рубль, получил еще зарплату. Как относишься к МакКофе? Опа! Да, я думал, был прав, Иван Викторович. Спасибо за 2 рубля, это тоже деньги. 2 рубля 2 копейки бережет, между прочим. Уже говорил про клип-бэм. Мы вообще-то тут изучаем историю этих, сайферов, лонгмиксов. Вот изучи историю, а потом будем говорить с тобой на равных про БМ, ну, все это. Кто больше в третьем этапе понравился, я, наверное, больше всех вообще не знаю. Да, сам, блядь, сейчас вспомню, подожди. Слушай, летай, да, летай. Как тебе творчество Локи, ну, который Локдог, то охуенно. Так, Микси выпустил свой мерч, чего добился ты. А мне недавно тоже, короче, этот, предложили. Я не знаю, типа, я вот никогда не жил, типа, мыслью, что, бля, сделать бы мерч. Вот. Только если это будет что-то прям прикольное, интересно. Пока таких идей вообще нет. Твое мнение о том, что гной базарил Зандер, а потом там запи... Бля, ну это ж, типа, уже попса вот эти разговоры. И все его... Кто вообще помнит, что гнойный базарил за Андер? Ну, такое. Просто, блядь, ну, не знаю, есть мнение об персонаже. И хуй оно будет, как бы. Хай оно будет, точно. Так, устрой встречу на набережной. Не, я вот, типа, не очень люблю большие количество людей, которые, типа, блядь, как сказать-то? Знаешь, когда... много людей, и все смотрят на тебя, вот, и это не батл, то есть, ну, выступать, типа, в жизни я ж, ну, не буду там рэпчиком зачитывать или что-то такое, посмотрим, тоже очень много говорят, что сделай какую-нибудь встречу, а я, типа, ну, не хочу. Микси круче, чем Огил, на кого ставишь, если не знаю, Огил пока более, как сказать, более понимает, вот он, ну, типа, знает, ну, хотя вот в последнем батле один раунд, конечно, как будто он не знает. А Владос Бродбен, знаешь, что разъебал Майлза. Бля, Майлза вообще, короче,
беспрецедентная ситуация на Версусе. 4-0 при трех судьях и трех раундах. Так, ну и ресторатор просто уже в конце видоса, у него достает желтую карточку, говорит, этот, Майлз, иди на. На самом деле Майлз, крутой человек, молодец. Будешь скачивать? Уже качаю, да. Омега Мага, что ли? Нет, нет. Сколько проиграл на батлах? Бля, два, нет, два финала. И, по-моему, да, и один мейн-эвент. Как тебе альбом Лике? Пару треков прям понравилось. Треки посмотрим. Респект Иванова. Иванова вообще кайф. Окей, победа тебе, Ростов, Юг, Кобзатя. Круто, что у нас такие охеренные баттеры. Спасибо вашими молитвами и моими мнениями. Вот, вон Микса антихайпы будут, блядь. Нет. Хотя, да, с одной стороны, великие и западные вон Миксы. А антихайпа не будет. Странно, с одной стороны, да? С кем у тебя был первый батл, блядь, а что нос так чешется, сука? С кем у тебя был первый батл в карьере? С Джеромом. Такой чувак, который брал урбани. Ну, короче, черный парагрим. Но он, типа, афроамериканец. И вот, ну, типа, брал урбанию в возрасте. Короче, все поняли. Как тебе Гонфлат? Пару треков прикольных слушал. Что предпочитаешь из литературы? Раньше, короче, любил... Как это называется? Типа, антилитература или нет? Ну, короче... Постерония ебаная. Ну, как это хуйня? Короче, хотел сказать, Лопимин, блядь, Паланик. Вот это все такое мне прям, ну, прям нравилось. То есть, сейчас вот одна из моих любимых книг, это именно Паланик «Невидимки». То есть, в плане сюжета это взорвало мне голову. Вот. Но сейчас я такое уже не могу, потому что мне это уже скучно. То есть, когда ты идешь слушать... Блядь, слушать, иди нахуй, говорю, Бастарань. После Бастаранца мозгом постарайся. Это рифма Парагрина из 2015-го. Так вот. Короче, когда ты типа... Ну, тебе надоела обычная литература. Я как бы нормально раньше читал много. Сейчас намного меньше. И ты такой, типа, о, чувак пишет, блядь, про говно и там, не знаю, письки. И ты такой, ну, конечно же, я, блядь, ну, пойду его читать, вообще топовый парень. А потом, когда ты прочитаешь уже такие книг 20, и такой, типа, блядь, что, опять про письку, что ли, написал? Не, братан, иди нахуй. Вот, и даже в какой-то момент, то есть я вообще там прям какую-то классику, ты как меня заебал мой нос. Это я не употребляю ничего, не надо. Не говорите, а то мне сейчас опять скажут, что Оксимирон изменил тебя. Тирэп судил батл, я его на встрече видел. Да, судил. На РБ в ЗБшке вернешься? Да. Почему Хаски зашел в масс? Потому что он крутой и исполнитель, и писака. Вот. Как тебе летает, как человек? Хороший парень. С кем была пара, была в третьем? Да, секрет. Третий этап был, да. Как выступил Династ? Охуенно. Здорово, старичок, здорово. Если будет кроссовер между РБЛ и Версусом, ты будешь батлить за РБЛ? Ну, наверное, да. Браги средний сделал с агрессией. Я не помню. Передай привет Шмаге. Шмага, давай, привет. Вот, наконец пошли другие. Кто знает, вот, молодцы. Так. Слышал треки Шока? Ну да, знаешь, слышал. Конечно, откопал, да, на сайтах, на форумах, ну слышал. Что будешь делать с миллионом, зарабатывать, потому что там нет уже миллиона давно. А так не знаю, что тратить, я вообще не понимаю. Может, на его не тратить, может, типа, хранить его, как, ну, перевязать ленточкой, там, типа, миллион с Версуса. Ну, почти миллион с Версуса. Про Локимина. Локимин, мне очень понравился альбом «Повестка», но мне не понравился «Повестка 2», я не знаю, в чем причина. Пандропов охуенный. Ой, как Кендрик Ламар как начнет читать, я так сразу отвечаю тупым голосом. Я тебе в личку панч скинул. Блин. Ну я когда-нибудь прочитаю. Так. Антиутопи, блин, довольно много пропустил. Как относится к тому, что какой-то чувак серьезно сидит и разбивает его часовую болтовню по тайм-кодам с тезисом. Ну насчет. Ну, знаешь, типа, смотри, вот сейчас смотрит тут 80... Ребят, мне показалось, что я куплет Оксимирона сверху слышу. Короче,
С одной стороны, типа, вроде кажется, зачем это? А с другой стороны, видишь, вот здесь 80 там человек. А, и потом я вижу, что там, ну, косарь, минимум, два косаря просмотров есть. Кому-то это нужно. Я не знаю, зачем, ну, не жалко ли ему свое время на это, я не думаю, что это один человек. Но, блин, если ему... Я, например, считаю, что в болтовне ничего толкового практически нет, но если кайф... Будешь сегодня смотреть Нью Лестер? Буду. Как думаешь, почему не зашел панч, что ты трогаешь раму? Потому что, типа, мало кто вообще знает, о чем это. Хочешь снова поговорить? Как... Да, не хочу. Знаешь, Бинекс, столько я видел никнейм. Сколько тебе лет? 24. Как там Леха с Сеймором отбатлили? Мне понравилось примерно половина батла. ПС играешь? Нет. А ты как выступил? Бля, охуенно. Как этот, Пятикантропа там, вся хуйня. Удушья читал? Да, вот Удушья читал. Говнище, ну блин, типа вроде как бы читаешь прикольно, а потом типа, там, мне там нравился слог, там были некоторые моменты, которые прям, типа ты такой кайфуешь, пока читаешь. Но, блин, ну так же в очередной раз, там одна и та же хуйня и все такое. Я не помню, по-моему, в Удушье у него было про то, что, да, в Удушье, про то, что люди, типа, не запирают двери в туалетах в самолетах, ну, хотят, типа, поебаться. Я не знаю, я вот на Победе, короче, летаю, мне кажется, там люди не запирают просто потому, что там, блядь, замка нет. Так. Так, сейчас. Блядь. А какой панч Динас спиздил? О, там вообще половина моего текста спиздил, пидораса. Покатался на той лошади, да не дай бог. Видел Сайфер БМ, да, правда же у Макона мощная подача. Подача у него интересная, мне не знаю, мне интересно слушать, и рифмы мне его не парят. Не интересный текст, честно, ну то есть в половине там, как сказать, половина его текста примерно это вода, вот прям откровенная. Половина недокрученная крутыми панчлайнами. А готовишь ли критики забор в сторону твоей команды? Да нормально отношусь. Илюха из Магнитогорска, привет. Ты в Питере живешь? Нет. Доту не играю. Блин. Блять. Ждать я тебе на версию Сифаст Флоу, как на песне. Жди, да, скоро будет. Футбол любишь? Да, вот жду начало сезона АПЛ через полтора часа. Вау. Так. На батле против Сори ты сказал, мол, видел своими глазами действия в Сирии, объясни. А объясни, где я говорил, что я видел своими глазами действия в Сирии. Не говорил я такого. А на самом деле, можешь найти на Ютубе, у Забе, наверное, это выложено, не помню, где-то, ну, короче, типа, ПМ объясняет про Сирию. Вот просто там разговор на полчаса, и это снова возвращает меня не к самым лучшим эмоциям, поэтому... Я решил один раз это эмоционально высказать, ну, решил не эмоционально, решил высказать, получилось очень эмоционально. И можешь это посмотреть и сделать какие-то выводы. А больше об этом я не буду, наверное, разговаривать. Второй раз развалишь Боби, да посмотри, Боби вы видели там, блядь, Боби головка, вся хуйня там. Привет, Шави, со скольки лет куришь? Самое забавное, что я, короче, не курю. Типа, я курю только когда этот... Ну, типа, наебну. Вот. А просто всегда, когда я наебну, а я наебываю всегда, когда я, блядь, на всяких там версусах и прочих этих движухах, связанных с этим. И меня, короче, ну естественно, все фотографии практически, которые выложены в интернете, только не те, где, блядь, мои селфи в Инстаграме, типа, они обычно, ну, вот с этих всех тусовок, и там я курю. То есть Оксимирон меня выставляет в этот... Сторис, типа, где я стою с сигаретой. Я не знаю, так получилось. Вот я в этот момент стоял с сигаретой. На самом деле, меня даже чуть-чуть это подзаёбывает, то, что везде, ну, точнее, не везде, а вот, ну, очень много фотографий, где я, типа, курю. А, хотя, по факту, я курю, там, не знаю, один день или два дня за два месяца. Так, сколько готовишься к батлам? Ну, месяц. Сколько дают, столько готовлю. С батл-рэпа или треков лучше начать? Лучше начать с прокачки скиллов. Вот выберите. Вот насчет, кстати, начинающих. Реально, не знаю, там, вот тайм-коды вам помогут, короче. А, типа,
Ты думал, что это в говне? Не, братан, это Kanye West, это не в говне. Ну и до этого Kendrick и Seth там всякие. Так вот, очень много вопросов, типа, с чего мне начать? Или что более, типа, популярно, да, типа, я тут написал первый трек в своей жизни, зацени, братан, наверное же это пиздато. Бля, короче, я расскажу историю, я даже чуть-чуть прикручу, потому что, ну, ты уж извини меня, Пушатина, блядь, я не так часто разговариваю. Вообще, потому что я весь день, блядь, один дома сидел, конечно, мне тут так говорить. Так вот, однажды я решил записывать рэп. Я выкладываю, короче, ну, я типа познакомился с одним чуваком из рэп-тусовки в городе, Америка сейчас, все его, ну, многие знают. Вот, получается, я приходил к нему на студию, я ему платил деньги. Ну, потому что мы не были знакомы, мне там было 16 лет, я записывал треки, вот, и, короче, типа, я их выкладывал все на страничке, никак не пиарил, то есть я не знал, как это, что, то есть, если бы там я увидел пару репостов, я бы уже такой, воу, типа, это же там, знаете, 10 лайков, 2 репоста там это, или 5-6 лайков, вот, и, короче, но, благодаря вот Америке, то есть я знал некоторых людей из этой рэп-тусовки. На тот момент люди тут концерты какие-никакие собирали, типа «Волки, ты здорово», «Болею за Челси, не за Мью», «Шум нравится», «На рэп талант». Вот, просто, ну, 4 вопроса выйдут. Вот, короче, и типа, единственный вариант, ну, как-то влиться или не влиться, я не хотел никогда влиться в тусовки, то есть я никогда не хотел выступать, один раз я там, меня звали, даже оплатили, но короче, хуйня помню. Вот. И, короче, я, типа, мне нравилось творчество этих ростовчан, которые делали музыку, реально прикольную. И я, короче, одному, типа, ну, я всем кидаешь, типа, трек, рассылку такую хуяришь. Половина отвечает норм, типа, или ну так. Особенно охуенно раньше был ответ, ну, минус прикольный. Ну, вот это вообще полный пиздец. Вот. И, короче, разве это история на материал для соперника? Я не знаю, я не мыслю такими категориями. Я мыслю, я хочу рассказать, я рассказываю. Короче, вот. И типа, один чувак, он мне типа отвечает. Что-то типа, ну типа не очень. Вот, я такой думаю, блин, ладненько. А чтобы вы понимали, типа, очень редко. Я не знаю, один человек из тысячи, нет. Ну из тысячи рэперов может записывать треки, как, вот, чтобы у него первые уже были хорошо. Я не знаю, ну... Мне кажется, обычно там вот те люди, которые сейчас наверху, которые, да, вот, ну, популярны, мне кажется, их там сотые треки, 50-е, не знаю, треки, вот их заходить начали люди. Ну, то есть, ну ладно, ну, не 50-е, ну, короче, вы поняли. Вот. И я, короче, такой, он мне говорит, давай, типа, ты прокачай лучше скиллы, типа, чем ты выкладываешь в интернет и ждешь эти там 10-20 лайков и такой, типа... Ну чё, блядь, пиздато, да? Пиздато, типа. И потом, когда ты собираешь эти 20 лайков, и идёшь снова, сука, такую же хуйню сделаешь. Ну вот реально это так работает. Так же и с батлами. И вот, короче, получается, он мне говорит, поработай над скиллами. Я такой, бля, ну ладно. Записываю трек, грубо говоря, через 2 недели. Я ему кидаю, и он мне ответил так, что я вот это до сих пор помню, и мне было дико обидно. Он мне говорит, я тебе советую чисто полгода... не выкладывать ничего в интернет, просто потому что, ну, типа, это плохо. Вот нужно, типа, делать и не выкладывать. То есть, это очень обидно, когда ты делаешь, тебе на этот момент кажется, ну, это круто. А по факту тебе нужно это делать, и потом когда-то это станет круто. Когда, ну, может вообще не стать, как вот, например, у большинства вообще. Вот, и, короче, я не помню, с чего вообще, как обычно, блядь, я не помню, с чего это началось, но... То есть это везде, и в батлах, и в рэп-игре всей, короче, так вот это все работает. Типа, не вариант, чтобы твои первые, там, вторые, третьи, пятые, десятые треки нравились, типа, кому-то. Не, они будут нравиться твоим друзьям, которые скажут, о, братан, нихуя себе, бля, ну это вообще, конечно, классно. На самом деле это говно ебучее, вот просто, типа, запомните это. Все, короче. Да, да, вон там, типа, Рябиныч говорит, не забываем лайки ставить. Не секрет, что ты батлишься с Браги, но ты-то победил без вопросов, а как Браги выступил? Мне понравилось, как все выступили. В паре с Парагрином будет комплиментарный? Нет. Что скажешь за слово НН? Видел там финал, если не смотрел? Да, смотрел, мне показалось, что Жаба выиграл, а вообще, типа, финал прикольный.
Не без провисаний, наверное, из-за того, что и слишком долгий, но мне понравилось. Здорово, Артур, дела? Да неплохо дела, знаешь, Артур. Так, а чё панч за панч про Димасту был с Энрейджем? Знаешь, какой ты панчи, какие панчи вообще про Энрейджа у Димасты во всех, это же зима заиграла. Что за Best Paragreen'ом случилось? Не знаю. Надеюсь, что кто-нибудь, ну, короче, что они в идеале, чтобы вот они попиздились, и кто-то из них, ну, типа, откинулся. Вот. А может и вдвоем. Да, такое должно быть эпичное столкновение, где они такие, и просто... Вот. Когда-нибудь пробовал стихи писать. Ну, начинал с этого, типа, рэп вообще, типа, я думаю, изначально как-то... Когда я там не понимал структуру, это, в принципе, и были стихи, которые ты там просто под музыку пытался. На матчи Ростова будешь ходить? Да, да, буду. Думаю, буду, но не знаю, ну на 2-3 за сезон, думаю, схожу. Отцы, да. Я был вживую на этом финале, было охуенно, базар, но... Какой твой любимый панч ever? Ever? Блять, мне нравится очень панчлайн, я не знаю почему, я уже говорил об этом. Мне очень нравится панчлайн Букер, блять, нет. Эти, перископ, вот этот кусок нахуй вырезаете. Короче, панч похоронила против Букера, типа, перечеркнуть твое имя, вот моя роспись на рупоре. Вот, по-моему, это вообще настолько охуенно. Рыночные отношения, ну так, на самом деле, не очень-то я слушал. Но он же тебя ебет с одного панча, что ты выебал. Воу! Бля. Любимый футболист Лэмпорт вообще всегда был. А сейчас, ну, Азар, да. Тот мой лучший друг из Голубей. Оксимирон мой лучший друг. Я бы клип такой снял. Как тебе трансфер Ковачича? Прикольно, посмотрим. РНБ смотришь? Ну, бывает, не все. Любимый панч отца про этот, типа, глухонемые называют, что-то кричат мое имя, хотя я им его не говорил. А с тобой... Со мной, блядь, какой-то комар нахуй хочет пойти, нахуй, был, иди нахуй. Все нахуй, перекрыл уже все выходы вам, хули вы заебались. А со мной нет, но вариант там. Ну, если напишешь, вот я был на ЧМ, мне чувак в инсте написал, типа, увидел, что ты здесь, можно ли это сфоткаться. Я говорю, да, конечно, в перерыве там сконнектились и все. А со мной, ну, я буду там с другом, с девушкой. На Ростов-арене был уже, да, был, садик очень клевый. Ну, я был на двух матчах чемпионата мира. Будет какой-нибудь мерч. Голубей мерч. Иди, бери, быстро. Так, Квен, привет, помнишь меня? Да, привет, помню, конечно же. Это вообще всех помню. Куртуа в Реал перешел. Вот это новости. Головин заиграет в Монако. Надеюсь, да. Сектора давно видел. Ну, месяца два назад. Кого посмотреть из западных батлеров? Рона посмотри. Четкий батл. Базара 0, спасибо. С кем батлишь, не знаю. Кто возьмет фрешку, не знаю. Я ебу глухонемых, да, они кричат на них, хотя я ему его даже не говорю. Бля, вообще крутой хайп. Че с инстой летаю, я не в курсе. Оужи или топ-флоу, не знаю. Мне там, наверное, топ-флоу там были поприкольные. Когда пиздился последний раз. На втором курсе или на первом? К теме про начинающих, каким образом научиться делать панчлайны. Это вот я, вся история, вот эта, она вся сводилась к тому, что работай, просто вот что-то делай. Типа, вообще, еще вот вопрос. Все, короче, эфир будет чисто об этом. Хотел вот про лонгмиксы побазарить, но хуй с ними. Как, типа, вот говорят, как научиться делать панчлайны? Как научиться делать, или самое главное, как, типа, круто делать батлы? Ну и вообще, как вот батлить? Бля, типа, те, кто смотрят батлы, и те, кто, типа, те, кто смотрят батлы, слушают панчлайны. Как научиться делать панчлайны? Ты же слышишь, типа, как он составлен, как, типа, что? Пробуй, типа, так. Просто, да, у тебя сначала будет плохо получаться, потом хуяк, и все, вот, и ты на Версусе в команде Оксимирона, все замечательно, в новых Рибаках обут. В маечку с голубями одет, все вообще заебительно будет. На следующем батле придумал что-то новое, веселое? Придумал. Кто больше понравился, Сектор или Микси? Ну, Сектор крутой, он, ну, как бы один из топ-батлеров в России. Бля, че. Ты сейчас в Ростове, да. А, Сектор или Огил? Ну, Сектор чуть. Ну,
Как считаешь, Кибертонова Челси купили заиграть? Надеюсь. Бови лучше миксы батлит. Ну, мне ближе этот стилек, где больше текстом берет, чем подача. Ислана Битах нравится. Да, мне понравилось. Пару батлов точно. Топы, короче, я вот не называю эти топы, потому что это просто каждый эфир сводится к топам. Я точно знаю, что возьмешь ПБ, это самый опытный на версусе. Да, вообще пришел на всем версусе, наверное, самый опытный. Вот. Я постараюсь, слушай. В Питере жара бешеная. Бля, там какой-то пиздец был. Это вот вообще типа, не знаю, вот я не ожидал, что я из Ростова приеду в Питер и охуею на батлах с шары. Голуби злые. Воу! Вот так вот, нахуй. Ты играл в доту когда-нибудь? Один раз, короче, да, играл. Идеальный ментор, я. Расскажи о вашем батле с гномом, что должен был состояться. Слушай, ну про это очень много инфы тоже в интернете. Я эту историю рассказывал, ну, уже, наверное, там 2-3-4 раза. И снова рассказываю то, что было, блядь, уже получается, реально 3 года назад мы с ним должны были батлить, это охуеть. Вот. Я типа не вижу в этом прикола. Блядь, МЦ психонце, не бунди тут. Ладно, извини. Как тебе альбом Трэпса? Крутой очень альбом. Что дальше, если возьмешь лям? Тратить его, буду ходить и тратить лям. Расскажи, почему не состоялся... Походу, ты на версию развития будет. Да, кто знает. А как тебе идея Волки, возведи слово Краснодар или... Да не, идея нормальная. Ну, посмотрим, все зависит от усилий, типа. Вот будут приложены усилия и сойдутся все звезды, будет нормально. Лучший лонгмикс ever. Конструкт! На самом деле, хуй знает, не знаю. Блин. Зима же знаю. Был в Екатеринбурге, был, я ж там батлил один раз. Любимый трек, ну, это сложно. Так, проведешь на версус? Не проведу. Оби-Ван, как тебе? Прикольные два батла. Как Сайфер. Прикольно. Все, вот и поговорили. Я обещал, что мы потом поговорим об этом. Вот и поговорили. Сейчас хотел бы побатлить с Гномом. Да, вот я бы разъебал эту тварь. Блин, ну тоже просто реально об этом уже так много было сказано, что уже на самом деле не очень интересно. Рестор, оплачивай дорогу. Все как надо. Какая любимая поп-песня? Равнодушие. Заметил прирост фолловеров с появлением. Ну, конечно, да. Типа, особенно в инсте. Я не знаю. Раньше было меньше, понимаешь, раз 10. Запишем фичер? Не, МЦ, всех МЦ, с тобой ни за что. Строчки мои ебанутые с ИХ, дожди, им срок, им сырка. Вот да, вот то, о чем я говорил. Написал этот панчлайн, стер нахуй, и еще 15 написал, и еще тоже стер нахуй. Вот. А через 150 получится. Ну не 150, ладно. Может, есть инфа, когда крошка вышла интервьюшка сегодня с Тирепсом, где он сказал, что он не хочет батлить больше. Куда ты свалил, когда пацанов Епифанцев? На Епифанцеве я был, а потом я поехал домой. Парагрин или Браги? Парагрин. Ближе мне по стильку. Все говорят, что ты плохо выступил на этом этапе. Не слышал, что все об этом говорили. Доволен собой? Ну так, можно было лучше, но я не думаю, что я плохо выступил. Так. Если панч, который ты считаешь самым неудачным, или панч, который... Да нет, много было херни. Ну, то есть, не то, что херни, но то, что не зашло, это не значит, что это плохо. А бывает, что заходит, и ты думаешь, ой, мать, я это просто оставил, потому что это... Не знаю. Ладно, если кто-нибудь кто батлит больше тебя. Волки Ти батлит, и может быть 13.47, но я не уверен. А на РБ проведешь через Сойера? На РБ, ну, билет там купите, и все будет хорошо. Друзья, напоминаю. Так, с кем знаком из наших ростовских? Ну, хорошо знаком только с Америкой, а знаком так еще. Ну, виделись, грубо говоря, с Мэйвейвсом и Соути. Ну, Соути, правда, давно. Мы так с ними здороваемся, типа так. Ну, Пику один раз в жизни видел в течение минуты. А какой свой батл считаешь самым слабым? Ну, наверное, с Энрейджем. Может быть. А как выходят зрители на версию с кого? Ну там по списочкам, типа, по проходкам, их очень мало. Вот мне дают количество проходок, я вписываю там близких людей. Как относишься к слову СПБ? Да нормально отношусь, у них были крутые батлы, а сейчас нет их. Монеточка, как тебе? Прикольно, мне нравится. Будешь ли ты развиваться? Я буду развиваться вот как, знаешь, куда захочу и вот где получится. То есть я вот захотел в этом направлении, если у меня получится, то я, конечно, буду развиваться.
А типа как ты думаешь, кто-то планирует такой, не буду-ка я развиваться. Охуительный план действий. На улице подходят фанатки, текут, да, только так вообще просто. Можно найти, где я живу, чисто вот по лужам. Кого считаешь соперником на ФБ всех? Акула или медведь? Да иди нахрен. Нет, отстань. Где купить футболку Сода? Tribe Legends, по-моему, называется. Паблик, зайди, посмотри. Ну вообще просто можешь гуглить, да, вбить там футболка Сода и надо и все такое. Так. Про акулу спрашивал, да, но вы это завязываете. Четвертый батл не отсняли, слышал спойлеры, но я и видел спойлеры. Как новый трек Букинга. Да, прикольно, кто-то больше, кто-то меньше. Это же, типа, мне кажется, с этой целью было сделано. То есть, тут все равно каждому, ну, кому-то хоть какой-то куплетик понравится. А залетай в беседу почаще. Да, не знаю, я, ну, вижу какую-нибудь приколюху, и время есть, я залетаю. Гозатусим в Ростове? Не, вряд ли. Но если пересечемся, то можем пообщаться, тусить. Так. Во время Версуса на другие площадки нет, не буду. Привет, Астрахань. Охренеть, как успеваешь на все, не на все, я промазываю просто временами. Какие любимые места в городе? Блин, только ты сказать, набережная, ты сразу кроме набережной. Мой район мне нравится. И место, где я, наверное, вот вырос, два. То есть, ну, только то, что связано вот со мной, а так, не знаю. Ну, театралка, нормальное место, но ничего такого. Микси Парагрин, я бы отдал голос Парагрину. А вот Витя сделал селфи, угадай страну по фотографии, ну, типа, этот. Это было слышно, Сергей Александрович, 500 рублей, вангует, что я возьму сезон, спасибо большое. Я очень надеюсь, что вот эти, короче, типа, ну, блядь, пророчества, назовем их так, сбывались. То есть, если ты, короче, типа, такой кидаешь мне благодарочку за рэп, и такой еще Криштиана ванговал, что ты выиграешь. Вот если, ну, знаешь, уже один это плюс, ну, понятно, типа, мне приятно, все такое. А второе, если ты реально угадаешь, вообще просто, ну, это топ, топыч. А, никак ни у кого не купить проходку на Versus. Ну, я не знаю, как что-то, я не продаю. Ну, других участников поспрашиваю, может, кто-то продает. Когда подстрижешься, зачем? Еще коротко довольно. Нойз, респект, да, Нойз обожаю. Будешь ли КБ в ближайший год? Нет. Как относишься ко мне и моему творчеству? Ну, молодо зелено. Да, блин, вот не знаю, ты говоришь, что ничего не слышно, но люди же сидят вот уже 45 минут под музыку. Но я могу чуть-чуть. Ну, блин, это я уже так сильно вырубал. Так, не нравится, когда люди подходят фоткаться? Да нет, почему не нравится? Я на самом деле, я слушаю минимум, нравится, ну все. Я обожаю песню минимал, это вообще охуенно. Если ты про жанр, то тоже. Блин, нельзя говорить, что кто-то плохой, типа... Или кто-то не так там, типа, мыслит, потому что он слушает что-то, вот то, что ты не слушаешь. Бля, не знаю, я вот реально люблю там, типа, закрученные тексты, там, смысла всякое такое, но я охуенно люблю слушать LJ. Все, вот, блядь, нарезайте, хуять, как там вот любят говорить, ну, ты, короче, дал, короче, блядь, всем соперникам тему на 10 батлов вперед, ты слушаешь LJ, как так? Вообще поебать. Вот, если тебе это нравится, ты слушай, типа. А район, не скажу, где конкретно, не в центре, вообще не в центре, на окраине, я же говорил, да, об этом. А, на какой батл, на какой, ну, на слово СПБ я бы вряд ли батл. Уважаешь людей, куда каблэка, да. А, так вот, не нравится, когда люди подходят фоткаться? Нет, а на самом деле, это, кстати, вот даже, ну, мне кажется, для людей, которые подходят ко мне фоткаться, они могут понять, что на вот этом видосе, блядь, корпоративе, я не вел себя необычно, то есть, ну, я, в принципе, типа, очень спокойно себя веду, и, ну, на самом деле, мне не то, что не нравится, у кого-то может такое впечатление создаться, что я, типа, как-то меня стесняю. Мне даже как-то девочка вот недавно спрашивала, говорит, я тебя, типа, что, ну, тебя заебали, я тебя сейчас это самое, ну, стесняю или как-то. А я, меня не это стесняет. Ну, просто сам факт, что, типа, блин, ну, есть момент неловкости. То есть я не такой человек, который там дохуя из себя строит публичного. Я понимаю, когда меня на улице узнают, то есть, и все такое, но... Типа, все равно я немножко смущаюсь. И мне кажется, что это нормально. Вот. Так, есть шанс выйти в полуфинал. Полуфиналов не будет. А, я думаю, что есть шансы из-за поражения. Твой идол в рэпе.
Ой, не знаю, они, знаешь, типа менялись вот постоянно, продав. Вон, блядь, да, реально, МакКофе, напиши, пришли мне 500 рублей, я тебе свою... Нет, ладно, не 500. Ну, кстати, да, слышишь, МакКофе, давай, короче, бизнес ебанем. Короче, так, сейчас, да, соточка еще пришла. МакКофе, я надеюсь, что это не ты, потому что я с тебя попрошу больше. А ты мне кидаешь, короче, ну, давай по косарю проходка, типа, да. Вот, а ты их потом продавай там по сколько хочешь. Продашь по полторушке, ну, молодец. Не, наверное, по косарю это я, блядь, продешевил. Ну, ладно, знаешь, первое слово дороже второго, как говорили у нас на РБЛ. Так, Сергей, подожди, а первый, это тоже ты прислал, блядь, что-то? Не, конечно, Шеремет, ты что, я это самое... С Никулиным Антоха недавно встречался, и мы обсуждали, что ты вообще где. Я знал, что ты, типа, отслужил. Ты сейчас вообще, бля, ну ты... Короче, напиши там в директ или в ВК, типа, потому что тут я могу проебать ответ. Ты, типа, что вообще, как, давай-ка, может, это, погуляем, как всякое, не пиво, а потом, не знаю. Вот. Так, ты думаешь, слова «ок» себе, это для тебя похвала? Ну да, да, не вижу в этом никакой проблемы. Когда в караоке LG и Краб... Нет, этот трек, это, короче, ну, знаешь, так, типа, ну, вообще, типа, когда тебе там 18 исполнится, я не могу до 18. Хочу твои треки по типу Нарни, когда... Не знаю. Как относишься к Young Trap, я молодой? Ну, мне такое не нравится слушать. Часто в хлам? Нет. Вот недавно было, но что-то... Короче, да, на самом деле, я хочу бросить пить. Только что, короче, говорю Сереге, типа, давай я пойдем побухаем. Да. Видите, как непоследовательно это все. Давай про лонгмикс, уже скоро время закончится. Действительно, кстати. Блин, ну что по лонгмиксу? А можно его включить, да? Короче, типа, очевидно же, что тут все сделано так, что, типа, эти... Ну, у всех разные стили, и они все показаны. Как правильно Леха Мед... Сейчас, извини, подожди, кто там порчи, не начинай. В последнее время твой идол, в последнее время нет. Вот когда ты сам уже как-то начинаешь что-то делать и не так уже следишь за кем-то, вот вплоть, знаешь, что... Ну, Дрейк. Дрейк, наверное, все-таки вот он что не выпускает, это всегда внимание. Так, МакКоннон пишет, что мне пизда. Да, пишов ты нахуй. Джей МакКоннон нормально басил. Не, как еблан, обосрался, опозорился. Очень стрёмно было. Это единственный момент. Вот Джей МакКоннон начинает, короче, этот самый... выступать, вот просто вот, не знаю, он первый, вот это вот его залуп, и все, я, короче, стою, думаю, зачем я, какие голуби, что, какая команда, мне до этого вообще нормально было. Вот помните мое лицо на корпоративе? В три раза у меня было грустнее ебало, когда вот батлил Джей МакКоннон, а мне пришлось же за него кричать, у нас же в контрактах прописано, вы там за своих топите, потому что минус 35 тысяч, если не крикнешь на панчлайн Джея МакКоффина. Так, директ читаю, директ, вот мне говорили, да, не директ, директ, да, ну, читаю, да, бывает раз в два дня, там, не знаю. Какое пиво тебе больше нравится? Этот, Белкопоповецкий, козел темный. Так, фильм «Омерзительная восьмерка» смотрел месяц назад. Как относишься к подъебкам тебя и команды «Голубей за Б» на стримах? Ну, если это забавно, почему бы нет? Трансферы Челси нормально. Так, Фитспира пусть сами найдут, включат и охуеют. Так вот, давайте, короче, по сайферу. Всем понятна общая суть, да, типа, вся хуйня, типа, что реально все разные. И еще прикол в том, ну, все поняли этот момент на контрасте, типа, когда, типа, Локи Мина, потом хуяк Томас Мраз, и, типа, все такие, у, прикольненько, а потом еще и Твет, вот, и, короче, прикольно то, что ты, когда слушаешь парт Локи Мина, ты такой, ну да, типа, органичненько, так, минусок, угу, остросоциальный куплет, агрессивная подача, чувак вообще в крови стоит, блядь, свиной, ну это вообще пиздос. Вот, потом, этот, так, еще пятихатка. Серега, ты разоришься. Я тебе говорю, последний раз, когда я тебя видел, у тебя 500 рублей на весь месяц было. Это, короче, мой однокурсник, блин, это реально он. Напивас, дикий голубь. Че, короче, ты этим полковником все, что ли, устроился там? Блин, ну вообще, вот просто, кто знал, кто ждал, но, походу, сегодня... Да на какой пивас? У меня тут на хлеб-то не было. Сейчас пойду хоть хлеба куплю, голубей покормлю и себя тоже, ну, с земли с ними там. Так вот, да. Мог про...
просто бесплатно написать ВКонтакте. Ну, учитесь, так сказать. Вот. Правильный пример вам человек подает. Так вот, потом, да, после Локи Мина и всего вот этого, я, скорее всего, просто тут уже не успею, потому что реально я вижу, что через 5 минут конец трансляции, надо же там раскидать, потому что, ну, вопрос этот был. Вот сейчас, почему на Сойера не подписан? Да, я вроде подписан. А, ну я подписался после бан. Ну я хули, бля, я пиздеть не могу. Вот вам, я не могу врать. Я сказал в бату, что я не подписан. Значит, я не подписан. Потом подписался, но потом же. Вот. Так, типа, мы смотрим. Локи Мин агрессивно, вообще, типа, ты такой думаешь... Блять, ну да, типа, это самое, я на митинг готов был идти только так, вот так бы, со свиной головой. Ну и вот так, ладно. Шутка уровня комментатора какого-нибудь. С Трэпсом побатать не хотел бы. И потом играет, типа, этот, как его? Я охуенно, чувак, спасибо, я увидел, но я думаю. Блять, как его? Запусти, не, еще один эфир, ну, не знаю, вряд ли. Не-не-не-не-не. Уже тоже заебывают вот так сидеть. А, но будут на Ютубе стримы вот вообще типа скоро. Вот прям вот ближайшие. До завтра, наверное. Так вот, тра-та-та-та-та-та-та. Да, а потом типа Томас. Вот, спасибо, какой-то вот комментарий нормально. Типа Томас. И ты такой, ну да, типа, во, прикольненько там. Ну, свои у него панчлайны, его типа стиля, да. Где-то местами мне не нравится. Вот что, кстати, важно, честно могу сказать. По-моему, в партах у каждого человека есть прям какой-то момент, который режет уши. Вот эти такой, блин, как-то. Ну, по-моему, кроме Твета. Вот прям вот так. Но у каждого есть момент какой-то прикольный. Мне, например, у Солауда очень понравился этот припев в начале и в конец. Да, ну, видимо, у Солауда... Ну, да, да, у него мне понравилось. Да, YouTube-канал на YouTube называется PM. Вот. Так вот. И, короче, и ты такой слушаешь Томаса и, блядь, а он же, типа, реально, ну, звучит тоже органично. А это же один бит. Может, он там немножко где-то изменился. И ты, вот в этом кайф, то, что они реально все показали, вот, ну, свой. То есть, никто не подстроился. Не было такого, что мы услышали, блядь, какого-нибудь там Солауда, который пытался как Джимбо звучать. И все, типа. И, ну, в этом и прикол. Вот, допустим, первый Порчи. Я просто фанат Порчи. Мне это полностью понравилось. Не могу сказать, что это лучше, чем там многие его треки, но, бля, мне зашло. Я люблю его напевы, которые мне больше нравятся, чем у певцов, допустим, да, многих. Вот. И, блин, ну, круто. Все, отметили. Порчи охуенно. Второй Waves, мне не понравилось вот это бря в начале. То есть, как Леха Медь, тоже я смотрел недавно его трансляцию, реакцию. Как он сказал, что это немножко... Сразу, типа, в начале куплета сразу сбивает, как сказать, уровень серьезный. Ну, то есть ощущение, как будто это начнется какой-то фристайл. Вот. Но, бля, какая у него там охуенная строчка была. Бля, как же там было? Про банку, типа. Делишь банк или что-то там, ну, сидишь на банке. Ну, что-то такое. То есть, блин, ну, прикольно. И исполнение, это не мое. Я такое не прям слушаю. На каких-то фитах у них на альбоме MLK мне понравилось. Но так, допустим, хорошо. То есть, интересный момент по тексту. Не понравился мне этот момент по звучанию бря и еще какой-то. Вот. Блять, вот мог бы банить, забанил бы. Ну, так-то, конечно, можно научиться, но это тоже только время тратить. Вот. Вообще, ради этого был стрим. Сразу первый вопрос, нахуй. Как тебе БМ это конструкт? Констракт. Так вот, Waves. То есть, чуть меньше, чем Porsche мне понравился, но, в общем... Типа, все равно, то есть, есть положительные моменты, есть отрицательные. Бля, тут серьезно, типа, ты этим стал? А отвечай мне в Сбербанке, если ты, короче, этот самый, если ты реально банкир, я тебя нахуй забаню ВКонтакте, будешь мне только писать в Сбербанке. А я тебе буду, не буду даже отвечать, ты там сам предполагаешь, что я тебе мог ответить. О, 2 минуты осталось, вот, бля, вот не успели, ну, сейчас бы на вопросы другие поотвечать. Так вот, третьим, ну, все, я уже забыл, короче. Ну, третий Локи был, да? А, Джимбо. Не фанат Джимбо, но вроде как бы тоже я слушал, я такой, ну да, да, читочка есть, типа, прикольно было. Ну да, там рифмы местами, типа, резали слух. И концовка, я не понял, зачем последние 4 строчки. Локи Мин, круто, все, мне нравится, мне это ближе, чем вот его предыдущий альбом. Томас, прикольно, опять-таки, тут вот этот контраст больше дает, то есть тут сила не только в их одних куплетах, а вот то, что вот они вот так вот идут. И, типа, прикольно.
был какой-то прикольный панчлайн, ну и тут же был какой-то ужасный рифма, да, там стресс, интерес, что-то такое. А потом идет твет. Никогда он мне особо не нравился, то есть я понимал, что прикольный флоу, но как-то, не знаю, скучненько. Тоже был момент по тексту, который там про акад, что-то, ну, как-то так. Но, блин, при этом настелено прикольно. Опять имеем положительный момент, отрицательный. Это чисто на мой вкус, но вот так. Потом Маркул. Маркул круто, мне понравилось, не знаю, то есть тут даже мне, наверное, больше понравилось, чем его предыдущие треки. Как-то поначалу он такой объяснил, что-то как, у него самый осмысленный был текст, именно самый, ну, это типа был сторителлинг такой, вот. И, наверное, кстати, у Маркула не было момента, который мне не понравился, вот как у Порчи, скорее так. И, короче, 20 секунд на Оксимирона осталось. У Оксимирона не понравилось последние 4, по тексту круто, по... Чё, не ждали, да? Думали, что я все? Да куда там, блядь? Рассказать, в чем плохо Оксимирон. Я специально за этим. На самом деле, я только начал, как раз таки закончил говорить о том, что, короче, мне не понравилось у него. Только начал говорить о том, что понравилось. И я подумал, ну как так? Ну сейчас человек зайдет, посмотрит, обидится, уволит меня нахуй и все. Так, сейчас, секунду. На самом деле, я тут, короче, ну не знаю, ну минут на 15 там... максимум 20. Почему опять? Потому что только что была часовая трансляция. Ты все проспал, как обычно. Ну, знаешь, третьего раза уже не будет. Потому что так нельзя. Сейчас, подождите секунду. А, вообще, наверное, про Окси ничего не было слышно. Ну, я, кстати, про Соулауду все равно, короче, забыл, так что еще. Да сейчас все заново сделаем, запишем, хули нет. Чтоб потом нарезки были, чтоб потом, блядь, за все мне это предъявили в батле, конечно же. Так. Все. Можно начинать. Все проплачено, все, блядь, просрано. Так, я был на трансляции, говорю, почему опять? А, почему, в этом плане. Извините, вас хакер. Да. Тогда, знаешь, я отмечу у себя, что твой второй косяк, на самом деле, не второй. Так, поздравь, здоровья, давай. О, здоровья, Павлуха, о, Колми Пунчер, тоже здоровья тебя, тоже, братишка. Всех с днюхами, короче, на самом деле. Так вот, что-то я хотел до этого пиздануть другое. Так, лучше батл рэпер, блядь. Но это вообще, наверное, я. Как относишься к Соболеву? К какому из них? Я нормально отношусь к Соболеву, который этот... Ну, типа, я хотел сказать, к Соболеву, который смешит людей, но... Да. А, на самом деле, хуй знает. Тот, который вот этот, ну, блогер, ну, типа, ну, так. Ну, вот со Славой пусть он там. Это вот уровень рамсов примерно тот же. Вот, а тот гной, этот, тот гнойный, который на луна. А тот Соболев, который, типа, смешит, вот это прикольно, Соболев. Что такое, кто так делает? Ты про что именно? С чем тебе приятно, Пунчер? Что, блядь, приятно? Приятно было, ну ладно, не будем про это. Так, кто победил, Сектор или Огил? Ну, немножко, короче, Сектор победил. Потому что они слили нахуй по раунду. Зачем так делать? Как относишься к пиву за 200? Ну, пиво за 68, блядь, в Апексе у себя по дому мне нравится чуть-чуть побольше. Есть любимый поэт? Я не знаю, я не особо увлекаюсь, типа, этим всем. У меня, короче, была книжка Бродского, но потом я подумал, мне кажется, пока я ее дочитаю, я просто в вены себе перережу нахуй. А, и еще какая-то. Да, там были стихотворения, но... Да. Оксимирон, любимый поэт Оксимирон. Биг Бэйб... Муха вот... Или... А, это комар. Ты вот сейчас вот, блядь, появишься в кадре, а потом Галат будет говорить, что у меня таракан, блядь, по стене ползает.
Так, Big Baby Tape. Ну, что-то пару треков слушал. Считаешь ли Бобби сильным батл МС? Как думаешь, в паре Микси Бобби кто кого? Не знаю. Не знаю, сильно ли батл МС этот Бобби. И кто победит, тоже не знаю. А, Гнойный или Мирон? Сейчас, подожди, посмотрю. У меня Грибок или что на мне вообще? Ты был в Татарстане? А, нет. Кто из заграничных рэперов тебе нравится? Дрейк. Дрейк крутой чувак. Читал «Мастер и Маргарита», да, читал. Ну вот, правда, давно уже. Я вот, кстати, была, у меня мысль как-то перечитать, а потом такой думаю, может быть, нет. Ты понимаешь, что из-за Галата ты не попадешь на финал? Если бы все было так просто. Брагин, здорово. Так, короче, сейчас типа просто закончим по двум куплетам этого и все, нахуй, выходим. Типа «So Loud», проебали «So Loud», «BM», как это? Я, короче, всегда путаю Big Music и Booking Machine, потому что, не знаю, конечно, я все понимаю, что кто бы там, типа, меня не подписал после сезона, но для меня BM это этот Big Music, вот, потому что, ну, это в сердце, это с детства. Так вот, и, короче, So Loud был, блядь, после кого же он был? После Твета, по-моему, он был. Вот, этот... Мне прям понравилось. А, или, кстати, блядь, или я его не забыл. Я, короче, почему-то такой думал, типа, о, Американос, здорово. Вот, Американосу все там, это, зайдите нахуй, полайкайте что-нибудь уже. Вот. Кому из команды больше всего? Американосу симпатизирую. Все, короче, эфиру пизда. Эфир скатился в то, что я буду каждым пятым словом говорить Американос. Так вот, да, хуесосим Максимирона дальше. На самом деле все, хуесоси не закончилось еще в предыдущем. Типа, не очень какой-то вот этот припев или что это. По тексту прикольно, по какому-то подаче, да, или как это назвать. Типа, ну так себе прям. Но, типа, круто. Бля, я надеюсь, что вот эта сот пришла хотя бы от Гнойного, потому что, ну это хоть как-то может что-то оправдать. Но это Татьяна Владимировна. Татьяна Владимировна, блин, даже без Владимировны не нужны вот эти вот, ну, да. Так, что думаешь насчет МЛК? Ну, альбом, типа, мне средний зашел, но там, короче, вот один из треков, это вообще пиздец, Ринген, вот это просто очень круто. А так, мне почему-то их творчество нравилось, типа, лучшие представления об каждом из участников у меня... Не с этого, типа, не с этого альбома, но в сумме, типа, блин, прикольно. Это просто не моя музыка, вот скорее так этот альбом был. Вот. А так, чуть более какой-то жесткий Америка, это прям вообще, типа, пиздато. Чуть, этот, типа, как сказать, ну, не ритмичный, типа, Вова. Вот, ну, не знаю, какие-то другой стилечек. Ну, я так понимаю, что сейчас он уже не вернется к тому, но не знаю. Вот, а так все чуваки дико талантливые. Ну, то есть, вот особенно в плане ритмики, рифм, Вова очень крут. Америка в плане вообще там всего. То есть, ну, Американос, блядь, тащит все. Так вот, блядь, парт Оксимирона, я вообще не знаю, ну, типа, сколько можно? Уже прошло 12 минут, ну, или какие-то там. 12 минут, чтобы нахуй разобрать куплет Оксимирона. Так вот, Оксимирон, молодец, начал, ну, точнее, продолжил. То есть, в какой-то момент Оксимирон ударился в эти все всякие там ритмики, вот это вот, вот все такое, рифмы. Но местами, конечно, по тексту есть какие-то, типа, провисания, ягоды в рот, да. Но это, кстати, прикольно. Типа, я не знал. И тут еще прикольно, типа, ему ответили то, что фотка, где, типа, старушки ему эти виноградинки в рот, типа... Вот, клали, это было забавно. Короче, не знаю, прикольный куплет, не лучший, что вот у него выходил в этом году. То есть мне на самом деле, я не помню какой, Табаско, у него типа вообще не зашел никому. Не знаю, мне как-то пофигу, было прикольненько, так что-то послушал, тоже ритмика. Вот, а тут типа, ну, не знаю. Кроме ритмики, интересная строчка про Waves и So Loud, то, что они там ходили в школу, когда он уже был CEO, между прочим. Почему ты не присылаешь свои куплеты на наш с тобой и Waves MP? Я ж тогда отфристайлил за один день уже, ты что, блядь, дурак, микрофон забыл включить.
Да, почему не присылаю? Потому что сейчас я еще не подписал контракт. Без контракта я, знаешь ли, блядь, трек не пишу, не сочиняю. Вот. Так, почему все думают, что он подъебал? Ягоды. Ну, бля, ну потому что вроде, типа, там же был момент про гомофоба. Ну, то есть, очевидно, гейская хуйня какая-то в клипе. Вот, и... Ну, вообще можно начать с того, что он уже как чувак Оксимирон доебался до Тимати. Вот объясните. Реально, второй раз уже. Просто, блядь, два раза он подъебывает Тимати за полгода. Ну, мне кажется, намечается новый батл. Это какой кроссовер? Ну, кроссовер Booking Machine будет, наверное, да. Вот кроссоверы батловых площадок, это уже как-то так себе. А вот кроссовер Booking Machine и как это? Black Star? Какой там батл может быть? So Loud Terry. Ну, согласитесь, что все бы на это посмотрели. Так, какого сильного МС два раза слили на РБЛ? А, я понял. Так, да, конкуренция. Ну да, да, типа уже, знаешь, Оксимирон показывает, что ему вот это вот, вот знаете, просто так на кого-то выеб... Ну, все, он как бы решил, что надо раз и навсегда. Ну, с Басной они вроде как дружат. Ну, что-то есть, да? Вот. Ну, вот, да, Егор Крид против Томаса Лазы. Вот, да, было бы охуенно. Ну, короче, ждать на РБЛ тебя в этом году... Нет, в этом году точно не ждать на РБЛ. Так, ну чё, короче, раскидали за всё. Пары на кроссовер Booking Machine и этого... Вот мод с Маркулом. Ну да, надо, чтобы однотипный. Джимбо L1 там сначала в первые 5 минут просто, если как бы L1 чуть-чуть, ну, отожрется, типа, то там просто 5 минут разбирай сначала, кто где. Он не собирается мириться хуем. Говорят, Пикси уже не так зашел в толпе. Ну, скоро узнаешь. Кто выиграет ФБ4, как ты придумал свой ник, давай еще пол. Да какие полчасика, ты че? Я уже, блядь, час 45, это. Нет, час 30. Час 15. Так, оставь трансуплис, а то не услышала сначала. Ставлю. А я, кстати, не знаю, типа, когда две трансы, они останутся, нет? А Капри против Скруджери в ночи первые 5 минут баскетбол. Да-да-да. Ну, там-то L1 всех разъебет, там я уже переживаю. Да. Ну, я-то так-то подписан уже, скоро буду на Booking Machine. А, ну вот, да. А, вот зачем они меня подписали, да? Бля. Ясно. Придется с каким-нибудь Донни батлить. Блин, а там если типа я ж что-то лишнее пиздану, так-то и пиздану. Вот. Короче, ладно, давайте. Как относишься к Кирюхе? Охуенно отношусь к Кирюхе. Кирюха с братан мой с района. А одну часу нельзя вести? Не, типа час и все. НБА смотришь? Ну, час не идет, не смотрю. Ну да, так-то бывает. Мирон сказал, что Сеймур охуенный. Офигенный. А я слышал, что охуенный. Ну, просто Сеймур хорош, Мирон не дурак. Ну и все, я вам сказал. Но на самом деле, да, я, насколько я понял, что он вообще очень сильно котирует. Да, давайте, короче. В БМ взяли, все, вот меня берут в БМ через... Ну, короче, как заканчивается трансляция, вот Оксимирон на проводе, как голуби. Вот, и все.